Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Марокко. Планируется, что спикер передаст королю Мохаммеду VI приглашение от Нурсултана Назарбаева принять участие в работе 5-го съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он пройдет в июне следующего года. Также запланирован ряд встреч. В частности, спикер намерен провести переговоры с председателем Палаты советников парламента Марокко Мухаммадом Аш-Шейхом Биаделой, главой Палаты депутатов парламента Рашидом Аль-Алями и премьер-министром Абдель-Илахом Бенкираном. Запланирована и встреча с губернатором области Большая Касабланка Халидом Сафиром. Отношения двух стран начались в 1992 году. В прошлом году страны наторговали на $86 миллионов. Среди главных направлений сотрудничества, которые планируется обсудить в рамках визита спикера Токаева в Рабат, сельское хозяйство и альтернативная энергетика.